приветствую вас на своем канале. Хочу открыть новую рубрику, рассказать на разных спутниках, на каких частотах можно смотреть русскоязычные, украиноязычные каналы, и покажу все рабочие без ключи для условно кодированных каналов на этих спутниках. Но прежде чем начать смотреть, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на мой канал и давайте смотреть. Я покажу, выпущу серию видео на разных спутниках. Это видео будет о спутнике Алмаз, потом будет Сириус, Хотберт, ну и все популярные спутники, так что не пропускайте мои видео, и чтобы не пропустить эти видео, обязательно подпишитесь. Так что вот такое. Ну, это видео будет чисто по спутнику Алмаз, потому что, ну, не все, чтобы в куче было, попытаюсь разделить на разные ролики. Так что присаживайтесь поудобнее и давайте начинать смотреть. Так что поехали. Итак, начинаем с спутника Алмаз. Первая доступная частота — это 11140 H, скорость потока 30 тысяч. На этой частоте доступен канал Первый деловой. Также на этой частоте есть канал ЮА Закарпаття. Также на этой частоте есть канал Прямой HD. Также есть на этой частоте канал ЮА Культура. Без ключ на этот канал, ID канала 9, ключ 1006, 1026, 1107, 1229. Кому надо, поставьте на паузу и запишите ключик. Также на этой частоте доступен канал ЮА Донбасс. Следующая частота, доступная к просмотру, это частота 11175H, скорость потока 30 тысяч. Здесь доступен канал 5 канал в формате SD, наш канал в формате MP4. Также на этой частоте идет канал Миледи ТВ, также канал Прованс. На этой частоте также доступен канал ICTV UA, это международная версия популярного канала ICTV. Также доступен новостной канал News24. Также доступен на этой частоте канал ЭКО-ТВ, новостной канал Прямой SD, также доступен канал на этой частоте Одесса Лайв, и доступен канал ЮА Первый. Ключ на этот канал ID канала D, ключик 1006, 1026, 1107, 1129. И на этой частоте доступен еще канал ЮА Крым. Следующая частота — 12340H, скорость потока 17900. Каналы идут в формате DVB-S2. Здесь есть канал 12 канал, это региональный. Также есть канал 1 західний в формате HD, канал Донеччина ТВ, АТР в формате HD, также доступен канал АТР в формате SD и мультики на татарском языке Lyle в SD. Еще есть такая частота 12411H, скорость потока 20833. Здесь доступный канал 4 канал, Бутик ТВ, ЧП Инфо, еще каналы Черноморская телерадиокомпания, канал мультиков Малятки ТВ, канал Теле Всесвіт, который идет в формате MP4, и еще на этой частоте есть каналы Галичино. Вот такие у нас частоты. Еще здесь есть, ну, каналы тоже с ключиками, сейчас они скоро я вам покажу. Поэтому можете ставить на паузу, записывать себе частоты, прописывать каналы, которые вам интересуют. Эти все каналы доступны сейчас лето 2021 года. Поэтому на данный момент оно все работает. Следующий канал, который я вам хочу сказать, это канал 8 канал, он идет тоже в формате MP4, ID канала S, ключики 22-22-22-66, 22-22-66, и еще на этой частоте доступный рекламный канал Женева ТВ. Вот такие каналы у нас доступные. Всем пока и до новых встреч.